Всем привет из Анапы. Вы смотрите канал Анапа Курорт Инфо. С вами Максим и Наталья. Сегодня первый день зимы. Первый день зимы. Да, встречаем и... зиму. Да, встречаем зиму с анапским снегом под названием дождь. Да. Дождь — это южный вариант снега. А еще сегодня воскресенье, и обычно по воскресеньям мы стараемся выезжать куда-нибудь в пригород Анапы. Сегодня мы выехали в Утриш. Да, ну еще вот, на фоне. Да, до Утриша чуть не доехали. Мы находимся сейчас на дороге между Сукко и Утришом. Ну-ка, еще. Опа-на. Опа-на. Смотрите, смотрите. О! На пути к Утришу мы остановились на одной из смотровых площадок. Вот, смотрите, какой вид. Сквозь густую облачность, смотрите, на море пробиваются лучи солнца. Солнце рисует нам всем анапский солнечный привет, несмотря на то, какой сегодня пасмурный день. Сели в машину, поехали дальше по направлению к Большому Утришу. Накрапывает дождь, дует. Но нас это не останавливает. Да, дует ветер. Кстати, смотрите, насколько, какая разница по количеству машин с летом. И сегодня будет похолодание. Знаменитое Змеиное озеро проезжаем. Ну что, началась календарная зима. Я понимаю, что в ваших городах, скорее всего, реальная зима началась. Раньше со снегом, с холодами, и сегодняшний день в календаре — это просто-напросто календарная веха. Но в Анапе даже 1 декабря снегом близко и не пахнет. В ноябре не было снега, хотя у снега было несколько шансов выпасть. Было в ноябре несколько ночей, по крайней мере, с минусовой температурой воздуха. Но тогда не было осадков. Вот теперь начались осадки. И на ближайшие 10 дней в Анапе будет много пасмурности. Почти через день будет дождь. Однако мы сейчас приехали в Большой Утриш. И вот нам всем передает пламенный привет солнышко. Как бы напоминая об очередном... приближаемся к Новом году и в очередном лете, которое будет за зимой, за весной. Ну, в общем, будет. Как здесь просторно 1 декабря, а? Есть где припарковаться. Да, выбирай. Свободно. Любое место называется. Горы, вершины гор скрываются туманной дымки. Идем на пляж. Да, как вам такая идея? Какой красивый вид на горы. По центру освещает солнышко. Вершины в туманной дымке. Красота. Еще остатки золотой осени можно наблюдать. Вот солнце как раз освещает кусочек. Да, красиво, красиво очень. Вот так вот нужно, смотрите. Шапка, капюшон, шарф.
варежки. И тогда порядок, тогда можно гулять и в такую погоду. Да, ну как можно, так, слегка. Ну что, спускаемся на пляж, на основной пляж поселка Большой Утриш. На море вижу шторм. Загорающих, купающихся нет, если что. Ну почему, почему? Кто сказал, что нужно гулять обязательно в хорошую солнечную погоду, а? Это же просто, просто такой, такая мощь вот эта природная, ветра, волн. Да, действительно так. Море показывает сейчас в такую погоду свою мощь. Ой. Да. Мы сегодня приехали в нашем более-менее традиционном составе. Я, Наталья и брат Натальи Ярослав. Да. Такие мы любители погулять по воскресеньям по окрестностям Анапы. Несмотря на то, какая конкретно погода. Сейчас в Анапе около 2 часов дня и температура воздуха около плюс 6 градусов. И уже к вечеру синоптики обещают, что температура воздуха снизится до плюс 2, плюс 3 градусов. Пляжное КТ. Да, привет. Каково 1 декабря? Расскажи. Несмотря на то, что по показаниям термометра температура воздуха около плюс 6 градусов, но при таком ветре, при такой большой относительно влажности, ощущается все это гораздо холоднее. Наверное, как будто минус один по ощущениям.
такая энергичная, может быть, короткая, но очень энергичная и заряжающая прогулка сегодня у нас у моря. Надеемся, вам понравилось, и вы тоже зарядились этим перводекабрьским анапским позитивом южной зимы. Да. К сожалению, мы не можем передать этот воздух морской, да, этот запах. Он такой вкусный, он такой, ну, кто знает, тот знает, о чем я говорю. Все, ребята, всего вам наикрутейшего. До новых встреч на канале Анапа Курорт Инфо. Покедова!